Лайф на ТНТ Мьюзик. Как обычно в этот четверг мы собрались в нашей светлой, уютной студии для того, чтобы в очередной раз встретиться с интересным человеком. Сегодня я один, Влада отдыхает где-то в Крыму. И огромный привет, я думаю, от вас всех. Ну а сегодня у нас в гостях очаровательная Карина Кросс. Карина Кросс. Певица, блогер и по-настоящему творческий человек. «Деньги, бумага. Я в Баленсиаго». Поет Карина в одном из своих треков. Деньги, бумага. Я в Баленсиаго. Деньги, бумага. Я в Баленсиаго. Но сегодня мы не будем спрашивать, сколько стоит ее шмот, а лишь откровенно поговорим с певицей. Встречаем Карина Кросс. Эй, ребята, ну что теперь? Бурные-бурные аплодисменты. Кариночка, привет. Не будем спрашивать, сколько стоит твой шмот, потому что ты, как обычно, очаровательно выглядишь. Спасибо большое. Красотка, как твое настроение, как дела? Слушай, на самом деле настроение очень крутое, но я с таким трудом добралась сюда, что, ну, немножко, как сказать, такой в торопях все, в спешке и вообще последнее время. Ты сказала, что перекрыли дорогу. Для тебя перекрыли или для тебя бы ты бы вовремя бы добралась? Да. Пришлось подождать, но я с уважением, с удовольствием стояла и ждала. Так что, ну, я приехала вовремя, поэтому... Все кстати, супер. Кстати, то есть вот. У тебя, ты еще сказал, что ребята ненавижу опаздывать, реально, да? Я очень не люблю опаздывать, я очень не люблю людей, которые опаздывают. У меня были даже ситуации, когда опаздывали мальчики, я потом их, ну, пыталась переучить, поручить, потому что у меня мужской сугубо коллектив, вот, и я учила мальчиков, что вот мальчики точно опаздывать не должны. Получалось ли тебя? Скажи, что да. Ты говорила, потому что, может быть, ты меня научишь. Я не говорила, я договаривалась о встрече, приходила через 2 часа. А, специально, чтобы проучить. Да. Понял. У нас традиционный вопрос, до того, как ты постояла в пробке, чем ты занималась сегодня с утра, перед тем, как попасть к нам сюда на эфир? Так, рано чем я занимаюсь? Да, я сегодня проснулась очень рано. Я проснулась сегодня в 7. Я встала. Это обычно для тебя или? Абсолютно обычно, да. Ну, то есть ты жаворонок. Я, наверное, я вообще я не вообще знаю, не сплю, это... да? Я вообще не сплю, потому что я проснулась, ну, я просыпаюсь очень рано, засыпаю очень поздно, потому что очень много дел всегда. До этого нужно рано встать, чтобы написать сценарий для истории, потому что я снимаю такие, ну, достаточно сложные истории. Вот, и приходится рано встать, чтобы написать, сделать. Ну, в принципе, сегодня день был достаточно обычный. То есть я встала, написала пару историй, мы сняли. Потом я пошла в спортзал, вот, потом я вернулась, покушала и, собственно, приехала вот сюда. Я здесь. Ну что ж, добро пожаловать. У нас, как ты понимаешь, целая пачка, стопка вопросов специально для тебя. Мы все просмотрели все твои интервью, просмотрели все твои клипы, поэтому готова ли ты, давай отвечай. Слушай, я готова. Я всегда очень честно отвечаю на интервью. Мне не так много интервью, я специально беру. Ну, штуки три мы точно посмотрели. Да, но это такие самые, как бы, крупные, большие, потому что я избирательна в этом плане. То есть нам тоже повезло. Вот. Я просто хочу, чтобы все было, ну, все было правильно, все было хорошо. Потому что интервью нужно тоже правильно давать. Ну что же, все, в общем, прямой эфир у нас. Обратной дороги нет, друзья, погнали. Ты говорила в одном из своих интервью, что ты одна из первых блогеров, кто запел. Как считаешь, вот эта тенденция, которую ты можно сказать, задала, открыла ящик Пандоры, что скажешь? Потому что огромное количество артистов, точнее, как раз блогеров, кто сегодня поет, кто-то хорошо, кто-то... Слушай, ну давай я, наверное, начну с того, что, в принципе, наверное, да, одна из первых, но не первых, потому да, что мы, первые все-таки были, да, из... да, Little Big, вот, но я уже даже сейчас не знаю, как их можно назвать, там, блогерами, они прям артисты с большой буквы, и еще много перед ними есть и артистов, и блогеров, просто из таких блогеров, инста-блогеров, то есть одни, как бы, из первых были вот как раз мы, вот, но я могу сказать, что это неплохо, потому что, если ты заметил, у нас и шоу-бизнес немножко стал меняться в связи с тем, что появились артисты-блогеры, именно певцы, и шоу-бизнес заиграл яркими новыми красками. То есть все как-то меняется. Вообще, я хочу сказать, что нету, наверное, нету плохой музыки, нету плохих артистов, есть просто что-то новое, и не всегда это ты понимаешь сразу, потому что есть такая музыка, которая вот даже лично у меня, я иногда слушаю трек и думаю... Так, что-то это не очень похоже на музыку. Потом прислушиваешься и понимаешь, что для каждой музыки нужно свое настроение. И, в принципе, я думаю, что если музыка есть, значит, у нее есть свой слушатель. Ну, по крайней мере, если она заходит куда-то на какие-то места в топы, ее же кто-то слушает, значит, мы сами задаем тенденции музыки современной. Просто, ты знаешь, как сказать, ну, наверное, не проблема, но просто
бытует мнение, в общем, некий даже факт, что к нам тоже приходят ребята сюда, молодые тиктокеры, и они просто вообще к написанию треков, вообще к созданию музыки относятся максимально как бы поверхностно. Все говорят, да, нам не нужно ни музыкальное образование, я трек написал там за 3-4 минуты, там, не знаю, сидя с ребятами, и бах, у него сразу же, там, не знаю, там 5 миллионов просмотров за 2 дня. И здесь как бы возникает вопрос, что не спутались вот эти понимания музыки самой, потому что, понимаешь, артисты, которые там, не знаю, заканчивали сольфеджио, учили нотную грамотную и там, не знаю, там годами пишут какой-нибудь один трек, я не говорю, что это правильно, но просто как бы это, скажем так, наверное, принято так. Они как бы сидят, наверное, по ту сторону экранов, там, не знаю, бьют экран кулаком, говорят, да хватит, успокойтесь, вот это смотри, не музыка и прочее. Вот что смотри, скажешь на это? Смотри, вот я тебе такой вопрос задам. А, ты любишь фастфуд? Да. Но ты понимаешь, что это не совсем, да, то есть ты же не будешь все время питаться фастфудом. Абсолютно точно. А, есть такая музыка, которая пишется быстро, но она и забывается быстро. А есть такие люди, как Баста, Земфира, ну, много-много можно называть, и, ну, как бы, таких людей много. И вопрос о том, может ли эта быстрая музыка иметь право на существование в дальнейшем. Поэтому она хитовая, она крутая, ты можешь ее слушать, но все равно любая музыка, она должна что-то, ну, нести, какой-то смысл, за что-то трогать, что-то цеплять. А так как у нас, в принципе, сейчас поколение фастфуда, вообще, в принципе, во всем, у нас очень быстрое отношение, к сожалению, между людьми, и дружеские, и любовные, и какие только нельзя сказать. Вот, еда, одежда, все очень быстро происходит. И это тенденция времени, на это нельзя обижаться, на это нельзя злиться. И наши потрясающие артисты, они тоже это понимают, они углубляются в ТикТок, углубляются там в социальные сети, они развиваются в них, и это тоже хорошо, потому что раньше я даже знаю многих артистов, которые говорили, нет, никогда, никакого ТикТока, а сейчас я вижу, как они прекрасно ездят по домам к ребятам, обнимаются и понимают, и даже, ну, то есть я разговаривала с артистами, они говорят, блин, это прикольно, это круто, ну, то есть это что-то новое, это какой-то, я не знаю, это какой-то свежий глоток, какой-то другой, это вообще другой мир. Поэтому я считаю, что во всем этом есть какие-то свои плюсы и минусы, соответственно. У тебя скоро выйдет новый трек «Сверби». It's right? Ну, я бы... Там случилась такая ситуация личного характера, я пока не могу... Не можешь об этом говорить. То есть он типа там под вопросом все... И, может быть, расскажешь пару слов? Нет, к сожалению, пока вообще ничего. Пока ничего, короче, не будешь? Да. Значит, тогда переходим дальше. 9 миллионов подписчиков в Инстаграм и в ТикТоке. Разница для тебя между этими соцсетями? Что ты, для чего тебе ТикТок, для чего тебе Инстаграм? В общем, всем понятно, но все же, как бы, твоя версия наверняка уникальна. Слушай, ну, на самом деле, Инстаграм для меня это такая мама. Потому что я там начинала, я почти все, наверное, изучила. Ну, настолько, насколько это возможно, да, не считая каких-то супералгоритмов и всего остального. То есть какой-то тенденции, что нужно снимать, как на что реагируют люди, то есть что лучше заходит. А ТикТок это вообще для меня площадка неизведанная. То есть это для меня, ну, такая сестра ветреная, такая юная, она, ну, такая еще младшая. Младшая сестра, я бы сказала, потому что, ну, достаточно сложно распознать вообще, как работает ТикТок, и это, наверное, хорошо, потому что сейчас в ТикТоке могут заходить и становиться популярными люди, которые, ну, грубо говоря, там, неизвестные, не артисты, то есть просто человек зашел, начал снимать, у него это получилось, но хочу заметить, что действительно, ну, на мой, по крайней мере, взгляд, харизматичные и талантливые ребята становятся популярными, потому что они придумывают что-то, они что-то снимают, они как-то проявляют свою личность и, соответственно, становятся популярными. Вот. Но его алгоритмы для меня до сих пор как бы чудо-чудное, потому что вроде бы снимаешь какое-то видео, думаешь, ну, оно должно залететь. Ну, что-то как-то не очень. Потом снимаешь просто, ну, вот просто, даже не закладываешь никакого особого смысла, просто с легкой руки, и оно залетает, как да, и набирает. Я вообще, раньше я не относилась к ТикТоку настолько серьезно, то есть я вообще выкладывала свои истории из Инстаграма, и они залетали там на огромное количество просмотров, просто нереальные, там и звуки из них делали. А чем больше начинаешь заморачиваться, тем хуже начинает идти. Я думаю, в этом, наверное, и есть фишка артистов современных, как бы ты проще к этому относишься, и тебе легче от этого, и легче идет.
Но... Я пока не научилась так делать. Но TikTok для тебя это также музыка, настроение, как бы веселье. То есть чего-то там, не знаю, там каких-то социальных там тем и прочее. Это у тебя больше в Инстаграме. Ну, вайны там и прочее. То есть там что же есть какие-то, ну... Ты знаешь, вы... Социальные, ты понимаешь, с точки зрения просто как социум, вот. Как людские... Переживания. Да, я поняла твой вопрос. Да. Я просто думаю о том, что, наверное, в Инстаграме есть больше возможностей раскрыть какой-то более глубокий смысл в видео, хотя бы, по крайней мере, по удобности транслирования, да, то есть это определенный формат, либо там прямоугольный, либо квадрат, то есть чем в таком формате не очень удобно смотреть, там, ну, не знаю. Ну, понятно, там, чтобы разглядеть там какие-то эмоции, что-то еще. Да, и ты не сможешь снять какое-то такое сложное видео на камеру, да, с помощью вот такого формата. И поэтому, наверное, TikTok для меня все-таки более легкая платформа на данный момент. И туда я загружаю какие-то скетчевые истории. А если мне нужна какая-то серьезная, какая-то крупная история, именно ближе уже к киношной, то я, конечно, больше это в Инстаграм делаю. Вообще не разделяю контент. Ну, то есть он есть. Ты делаешь контент на YouTube, ты делаешь контент в Инстаграм, ты делаешь контент в TikTok. Просто ты разграничиваешь, что необходимо. Ведь возрастная категория все равно разная. Вот, допустим, у меня там 5 миллионов еще в лайке. Хотя я как бы вообще, ну, то есть я не очень, типа, там, серьезно отношусь. А это все же одни и те же люди, примерно? Нет, это как раз разные, да? То есть TikTok-площадка... Абсолютно. Обалдеть. Я тебе даже могу по возрасту приблизительно сказать. То есть основная аудитория у меня в лайке — это там с 7 лет до 13. TikTok с 14 где-то до 18, основной объем там, ну, может, до 20 сейчас уже. И основной — это 18, 24, 35 — это у меня Instagram. Но у меня даже ну, есть остались одноклассники 60. Как раз 40 и 60. Нет, в Instagram у меня есть, представляешь, группа людей, там какой-то процент, там 45-65. Представляешь, даже такие. Слушай, расскажи пару слов о своей команде. Всегда интересно, потому что часто, знаешь, там вот когда тоже людям задаешь вопрос, вот ты, все говорят, друзья, команды, это действительно огромные как бы крылья, которые несут. Пару слов, кто эти люди, как ты с ними вообще образовалась, приходили ли они как бы рандомно или ты специально собирала, есть ли у тебя какие-то критерии отбора людей в свою команду? Да, я нашла 2 года назад потрясающего монтажера Женя. Если можно к нему обратиться, он по-любому меня смотрит, в какую камеру можно к нему посмотреть. Я думаю, что вот это твоя. Женечка, я тебя очень люблю. В общем, я его забрала из другого города, я сказала, он говорит, я монтажер. А чем он понравился, вот мне интересно? Вот, он делает все, как мне все... надо. А, ну, то есть вот как раз не надо объяснять. Да, то есть, и получается, нет, я ему 2 года объясняла, а теперь делает. Как надо. Теперь, то есть из серии, я иногда, когда прослушиваю голосовые, то есть у меня сидят мои друзья, они слушают, как я записываю голосовые Жене. То есть, Женя, вот здесь вот эту минутку, вот здесь вот это, вот туда сюда засунь, понял, да? То есть я понимаю, что адекватный человек это не поймет, да, но Женя все понимает и отправляет. То есть на каком-то интуитивном уровне. Мы очень долго вместе вот отработали, пристреливались. Он изначально не был оператором, он был именно монтажером. Я говорю, научишься снимать. Главное, то есть, будь моими глазами, то есть, и руками. Потому что очень сложно и сниматься, и снимать. А как бы я постоянно вижу картинку сразу. То есть, когда я пишу сценарий, у меня сразу, я вижу это уже готовым продуктом. И когда не получается то, что ты видишь себя в голове, сразу истерика, да, паника. Да, я тебя очень понимаю, очень понимаю. То есть, и бесит. Вот, и Женя, конечно, попадает под эту горячую руку, как правило, но он у меня очень спокойный, выдержанный, такой прям вот как мне надо. Еще у меня появилась сейчас новая помощница, у меня до этого была прекрасная Оля помощница, которая просто это из серии, у нас там что-то рушится, бывает там, допустим, у нас нам нужна квартира для съемок, и вдруг там очень часто бывает, они говорят, извините, мы там не сдаем квартиру, у нас полночная съемочная группа, мы наняли актеров, у нас операторы, там все, все свет, и мы стоим, как ждем, нет квартиры. Оля обычно, то есть я... закипай, Оля, спокойно, спокойно, сейчас все будет. Оля как-то находит, все делает. Потому что, понятно, ты уже, когда у тебя такой большой поток, как сказать, поток материала, ты не можешь быть один. Это невозможно, ты не можешь справиться один. Потому что я иногда забываю, что у меня сегодня. То есть мне звонит моя помощница и говорит, сегодня там это, это. И это действительно, ну, незаменимые золотые люди. И, ну, я безумно благодарна. Еще у меня есть потрясающий мой визажист. Это просто... Она как раз сегодня здесь, да, я она так здесь, понял. Вот. Привет визажисту. Вот, это Элечка, да. И она всегда, то есть из серии там поднимет то, что надо, опустит там, где надо, то есть причешет.
пишет. И плюс ко всему, это очень важно, когда ты эмоционально с человеком очень сильно подходишь, она тебя может успокоить. То есть она вот прям как вторая мама, она там снять это. Mm-hmm. И я вообще, мы как-то нашлись так случайно и просто присоединились. Вообще, я считаю, что когда ты находишь своего человека, ни в коем случае нельзя его отпускать. Нужно его любить, кормить и уважать. Да, как в том ТикТоке. Это точно. У тебя же ведь актерское образование. Сегодня у меня даже красный диплом, я тебе больше скажу. Вообще, вот кто настоящий ведущий, вот кто актриса в этом здании. Скажи, ты много ходила на кастинги, тебе предлагали там и вторые роли, либо вообще не предлагали. Как сейчас вообще обстоят дела? То есть планируешь ли ты еще, так сказать, штурмовать Олимп, не знаю, кино, сериалы, индустрии? Ты знаешь, конечно, хочется снять свое кино. Вот, но у меня монтажер просто... уже есть, сажист есть, продюсер, да. Вот ты с ним смеешься, а я тебе скажу, что ко мне... Нет, ко мне сейчас даже обращаются за клипами. То есть я снимала для Blackstar, для Анны Барониной два клипа. Лично, ну, там, моего производства, я писала сценарий на площадке, то есть организовывала моменты всякие. То есть, ну, считается, была вторым режиссером, потому что не могла я сниматься и снимать. Вот, но они зашли там 14 миллионов один на Васаби. Барони у нас была, кстати, у нас в гостях тоже. Кстати, она здесь неподалеку живет. Потом, если потом снова... можно заехать, да, в гости. Прям буквально вот в соседнем доме где-то. Кстати, хороший день. Еще говорит, что поет на балконе периодически, мы не слышали. Вот такая информация про Аню. Видела. Ну, точнее, я видела на видео, это тоже очень прикольно. Ну, в общем, к чему я это? К тому, что ко мне люди стали обращаться как уже к режиссеру клипу. Уже как к продакшену, грубо говоря. Да, но как бы я пока особо так своим близким, друзьям, пока... Я всегда, знаешь, придерживаюсь такому, что ты должен заниматься тем, в чем ты уверен, в чем ты мастер. Тогда бы у нас бы были Одни бы... Одни бы музыканты, тиктокеры. Нет. Я к тому, что вот, понимаешь, очень часто люди берутся за профессию просто потому, что, ну, типа, надо, ну, типа, окей. Ну, это я... А очень важно, что когда, вот, допустим, ты четко понимаешь, что ты мастер в этом деле. Я ведь очень долго не выпускаю треки. Ну, в плане того, что у меня проходит очень большой период времени между треками. Почему? Потому что я хочу быть уверена в том, что этот продукт достоин того, чтобы я его выпустила. Хотя у меня есть и возможность, и финансы, чтобы штамповать эти треки. Но я не вижу в этом смысла. Я хочу все-таки... У меня просто телефон завибрировал. Молодец. Главное, звук выключила. Услышала нас, звук выключила. Ты просто испугалась, да? Ты видела это, у меня подляшка лежала. Чужой сзади, знаешь, остается. Вот. И я даже забыла, о чем хотела сказать. О чем я говорила? Мы говорили... Я проверю, как ты меня слушаешь. Ну, что-то там про ТикТок, наверное. Про то, что каждый человек должен заниматься своим делом, и в чем ты профессионал, в чем ты уверен, то и надо делать. Да, про музыку. То, что каждый должен быть уверен в том, что он, ну, в чем он хорош, и только тогда браться за это. И вот сейчас я уверена, что я могу себе позволить сниматься уже в фильме. Я готова к этому. И сейчас я плодотворно над этим работаю. Роль мечты. Давай тогда так. Роль мечты. Я очень люблю характерных героев. Я ни в коем случае не Джульетта, не принцесса. Это прям вообще не мое. Вот. А я, конечно, вот какой-то более такой характерный. Зинка нуарчик такая. Или больше все же такой? Нет, юмор. Такой, юмор такой, прям, да? Юмор, да. Вот я больше вот зажигал Брунову, знаешь, да, вот в эту историю. Потому что я себя чувствую в этом очень кайфово. Я даже для себя сделала мини-сериал Зина в телеграм-канале. У меня там прям он, его кто-то залил на YouTube, он там очень много просмотров набрал. То есть я вот люблю характер роли, потому что на самом деле все, над чем мы смеемся, это боль внутренняя человека, там много чего есть играть, потому что мы смеемся над тем, что нам, как правило, обидно и совсем не нравится. Вот юмор так построен, поэтому мне вот ближе все-таки юмор. А слушай, ты затронул тоже тему по поводу того, что не выпускаешь, не штампуешь треки и музыку. У тебя большое количество совместных, да, фиты, так называемые. С чего это взял? У меня так написано. Сколько, давай так, сколько у тебя фитов и совместных работ, именно один. Там твоих, где ты еще с кем-то? Ну, где я именно пою? Да, где ты именно поешь или ты участвуешь? А, один. Ну я не говорю, что именно в съемках два. Просто как... Вот сейчас как раз у тебя вышел с Карамелью, с ребятами. С Лободой же ведь ты еще же снимался. Ну, это я просто снималась. Ну да, не, я вот именно что про вот этот клип хочу. А, ну типа, где я участвую с артистами много. Так-то с артистами я очень дружу, и меня достаточно все уважают. Потому что я, кстати, не знаю, с чем это связано, с тем, что вообще, в принципе, артисты стали более уважительно относиться к блогерам. Либо просто, не знаю, может быть,
Это лично ко мне какая-то. Пару слов расскажи. Какой ты злой. Да почему злой? Расскажи пару слов про работу с Лободой. Тоже такой неопределенный клип. Я так понимаю, что сейчас там по-прежнему больше дизлайков. Здесь как бы не исключено, что это просто как некий хайп, и люди заходят даже не смотря, просто так ставят, потому что, ну, вот такое, слушай, такое у нас общество. Я вообще проснулась и подумала о том, что неужели у нас, как в СССР, до сих пор секса нет. Ну, то есть, это ведь на самом деле, я посмотрела, совершенно случайно наткнулась. Кстати, можно говорить слово «секс»? Да, вполне. То мало ли. Мы не в СССР, на секс у нас есть, все нормально. Я один наткнулась случайно на объяснение девочки на Ютубе вообще про клип «Лободы». То есть я вообще так глубоко не заглядывала, там оказывается и какие-то вот такие элементы, и кольца, и все она так это по научной точки зрения объяснила. Оказывается, трек клип действительно очень глубоко настроен. То есть это он очень сложный. То есть его действительно очень сложно понять, потому что там очень много смысла. Вот. И, ну, как сказать, люди просто восприняли это как мракобесие. Ну, как сказать, ну, не знаю, грубо говоря, это неоднозначная работа. В общем, не раскусили, грубо говоря, не посмотрели с разных сторон. Посмотрели просто вот картинку и поставили. А что, общество еще не готово или... Ну, ты знаешь, мне кажется, пока нет. То есть, потому что просто я уверена на 100%, что Гудков он не мог сделать что-то поверхностное. Это действительно, то есть я там, ну, после вот этого, по крайней мере, когда я посмотрела вот эту девочку, которая объясняла, что там, как там происходит, хотя она вообще никакого отношения к клипу не имеет, она просто вот рассказывала, делала обзор на этот клип. Я поняла, что даже я немного чего поняла в этом клипе, когда снимаясь, и когда я его первый раз посмотрела. Мне кажется, там очень много смыслов, просто, ну, реально люди пока, наверное, не готовы к этому. Ну и такая реакция тоже имеет место быть, наверное, Светлана знала, что она хотела, ну, это же не просто, я думаю, что такие люди, как Светлана, как Ксения Собчак, как Лолита, они уже давным-давно все понимают, как это будет и что будет, и от чего от этого ожидать. И, возможно, именно такую реакцию они и хотели, то есть я, конечно, не знаю, затесалась там, как бы, вот, но я получила огромное удовольствие от участия в съемках, потому что настолько профессиональный процесс, настолько крутая команда, настолько все ясно, понятно на площадке, настолько крутые, ну, для меня, я имею глубокое уважение к таким людям, как и Светлана, и Лолита, и Катя Варнава, то есть для меня Лолита, кстати, там отлично выглядит вообще в свои годы, прям красотка. Я еще, кстати, хотел что-то сказать, представляешь, и забыл. Мне кажется, я слишком много раз говорю, ты не ожидал такого. Не-не-не, я смотрел твое интервью, я знал, вот, что Лобода даже написала в комментах, что 20 тысяч рублей переведет на карту самому едкому и самому такому злопыхательному комментарию. Ну вот, видимо, интересно, значит, кстати, подойти посмотреть. Тоже на хейте, может быть, выезжают. Ну, просто мое мнение, как мне показалось, просто, знаешь, как будто такая вот команда ФАС, и просто отовсюду, что клип, типа, много дизлайков, плохой клип. И люди просто автоматически заходят, и я уверен, что там вот из этих там миллиона практически уже дизлайков, там, дай бог, чтобы 20% там от начала до конца посмотрели клип, а, скорее всего, просто заходят. Я здесь это же не... такое чувство, это же всегда так было, то есть, допустим, если на какого-то человека, ну, идет какой-то хейт, то всегда на него легче дальше накинуться и, как бы, не разобравшись в ситуации, тоже начать что-то говорить. Ну, то есть, это, в принципе, это даже в жизни так бывает, то есть, как в школе, ты помнишь, одного кого-то шпыняют, и все, как бы, подхватывают. То есть, это, ну, обычный человеческий момент, человеческий фактор, тем более наш менталитет. Нам легче унизить, оскорбить и обидеть. Ну, к сожалению, это так. То есть я заметила очень много, то есть, допустим, ну, не берем даже Америку, просто в каких-то европейских странах, если у человека что-то получается, и он куда-то выбивается, первая реакция людей на него какая? Конечно, его поддерживают, его старают, снизу, да, нифига себе, все восхищаются. У нас, если кто-то влезает вверх, все, ты выскочка, урод, сиди, не мешай. А если девочка на машине красивая, то что она сделала? Да! Та-дам! Парам-пам-пам! Карин, у нас есть еще... можно, пожалуйста, мне подать, если не сложно... Кофе, да? Да, кофе. Есть у нас одна тоже традиция, небольшой такой интерактив. Ай, все упало. В общем... Мы
еще сейчас проверим один твой талант. Наверняка ты красиво рисуешь, и хорошо. Ну, я не знаю. А у нас никто не умеет рисовать, но учатся прямо онлайн. Короче, рисуй все, что хочешь. Можешь написать какие-нибудь пожелания, можешь нарисовать, в общем, все, что тебе угодно. В конце нашего эфира у нас будет 3 вопроса от наших любимых зрителей, которые их, в общем-то, задали. И лучший вопрос получит эту картину, да, с твоей подписью. Можешь все, что угодно. Там у нас и звездочки рисовали. Мне прямо сейчас рисовать? Да, просто потихонечку рисуешь. Мы с тобой дальше продолжаем. А ты думаешь, я могу делать два дела сразу? Как раз-таки мы проверяем, насколько ты Юлий Цезарь. Шучу. Я девочка, открой, пожалуйста. А ты знаешь, она вот так вот. А, ну... Оп, ничего все, себе. Все просто. Так, итак, давай. Продолжаем дальше. В детстве ты была весьма предприимчивой. В общем-то, я как понимаю, как и сейчас в интервью говорила, что и с животными выходила фотографироваться, и да, конфеты я так собирала, зарабатывала. Да, и пела, и танцевала. Когда у тебя появилась прям серьезная вот работа, куда ты принесла, там, не знаю, там свою уже трудовую книжку, во сколько лет это было? Слушай, это было, по-моему, в 14 лет. У меня первая запись трудовой книжки — это Макдональдс. О, то есть, слушай, у меня 4 года официантом тоже трудовой стаж, и это, конечно, согласись, это же ведь настолько серьезная как бы работа в плане ментальности, да, понять всю структуру вообще отношений вот в рабочем коллективе, мне кажется, тут, это очень знаешь, круто. Тут, знаешь, вот очень хорошая школа для меня была Макдональдс, это не совсем даже, я до сих пор сейчас очень уважительно отношусь к персоналу, людям, которые работают на профессиях таких, как официант, уборщицы, водители. То есть я всегда стараюсь им улыбаться. Я всегда, ну не знаю, мне всегда кажется, я очень люблю людей таких профессий, потому что, как правило, у них, как сказать, если ты очень по-доброму к ним относишься, эти люди как будто не привыкли к такому отношению. То есть для них это так странно становится, что мне становится немножко страшно за наше общество, ну, в какие-то моменты, потому что я всегда очень, ну, дружелюбно начинаю общаться, допустим, с водителями, там еще с кем-то, ну, с ребятами, допустим, кто работает именно... С сервисом, да. И такую реакцию, ну, типа, как на что-то невероятное. И... А тебя, если еще, наверное, узнают, и тогда и ну, вообще, узнают... наверное, по-другому тут же смотрят на да, тебя, когда и... ты открыто... Ты знаешь, начинаешь. Я вообще, в принципе, если у меня сейчас есть такая возможность, мне бы хотелось вообще очень сказать, что, ребятушки, я очень вас прошу вообще относиться к друг другу более тепло и более по-доброму, потому что, к сожалению, почему-то сейчас у нас принято обижать друг друга, принято, я не знаю, там, говорить какие-то там гадости, отрываться друг на друге, если у тебя плохое настроение. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы люди становились чуть-чуть подобрее. И вообще у нас все для этого есть. Сейчас наступает хороший год, и очень хотелось бы, чтобы люди, это конечно... Это после 20-го, да, надеюсь? Да, да, да. Ну вот сейчас этот пройдет, и наступает очень хороший светлый год, и мне бы вообще хотелось, чтобы немножко более светлого пришло в наш мир и в нашу страну. Вот, я, короче, за добро и за мир, и хотелось бы, чтобы люди поуважительнее друг к другу относились. Так что, вот, работа в Макдональдсе меня этому очень научила. Я так понимаю, что твоя первая зарплата, это, наверное, было для тебя не такое из ряда вон выходящее. Ты что, ты знаешь, сколько я заработала? Расскажи, вот, да. Я вообще когда хотела... Когда получила конверт, не знаю, на карту, да, наверное, ты перечисляли? У меня есть подружка, ну, мы сейчас сообщаемся, но уже меньше, она не работала, мы договорились с ней вдвоем пойти работать, Дашка, послышь меня, мы договорились с ней вдвоем пойти работать в Макдональдс, чтобы потом поехать на дачу и быть королями вообще. Вот. И плюс я еще платье хотела себе купить, дорогущее, в ЦУМе. Тогда вообще это стоило бешеных денег. Тогда было 25 тысяч. Это считалось прям какие-то баснословные деньги. Был 9 класс. И я очень хотела. Я пришла к маме и сказала: мам, я хочу платье вот такое дорогое. Мама мне сказала: иди работай. Вот, собственно, я пошла. Я говорю, мы с Дашкой должны были пойти вместе работать. Уже петь, танцевать, уже за конфеты уже, ты поняла, что так это очень долго придется копить, да, надо идти на нормальную работу. Я пошла в Макдональдс, мы должны были вместе пойти. Даша говорит, я попозже пойду. В итоге пошла я одна, заработала денег, а тратили мы их вдвоем. Вот она, настоящая. Даша, привет. Да, Ефимова. Ефимова. Отчество пока останется в тайне. Она сейчас беременна, поэтому я ей тоже передаю. Ну, все равно лучи добра исключительно. Конечно, я ей очень. Слушай, ну и круто получается, то есть ты одна пошла, она так и не пошла, да? Нет, но мы тратили все вместе. Ну, то есть вы, короче, потратили все бабки, в общем-то.
куда-то на... Я была вообще королем тогда. В даче. Этом, на даче, да. То есть у меня вообще для нас... У меня тогда заработало 25 тысяч за два с половиной месяца. То есть я и купила и платье, и еще у меня деньги остались. И еще я, там у меня были такие, знаешь, типа, когда ты ровно зарабатываешь стоимость, ну, типа, там, тех дней, которые ты, типа, минимум можешь. А еще если перерабатываешь, ты я вообще плюс там... еще там. Да. Я прямо... Но самое страшное для меня было мыть полы, что меня кто-то увидит. Это прям вот для меня было прям... Зашкварчик такой, ну, да? Не то, что зашкварчик, я просто работала близко, чтобы мне было близко к школе. Ну, понятно, что... Да, и как бы я прям очень переживала, но мне сказал тогда управляющий, даже помню, как его зовут, Костя, он мне сказал тогда, что совсем не важно, что ты делаешь сейчас, важно, кем ты станешь. Вот, и я запомнила это и с легкостью пошла дальше мыть и убираться. Главное, короче, чтобы этот Костя, который давал такие хорошие советы, не оставался сейчас мыть. Он был управляющим. А, все, тогда уже я уверен, что у Кости все хорошо. Потом ты работала начальницей отдела кадров. Да. То есть я так понимаю, что ты там тоже получила хороший опыт именно в подборе персонала и в понимании вообще, на что человек способен. Или это только так кажется? Женщины. А что это за компания была? Эта компания занималась поставкой еды. Короче, есть такие поставки, когда готовые комплекты продуктов, то есть там чищенная картошка, готовое разрезанное мясо филейное, то есть его специальными группами отправляют в рестораны. То есть есть несколько групп товаров, которые отправляют те или иные поставщики. Вот у нас была определенная группа товаров, которые отправляли. Вот, я просто придумала, как из одной группы товара перейти в более высокую, сказала об этом начальнику, и, собственно, после этого меня повысили. Вот, поэтому... Ну, и когда ты получила, ну, не знаю, там, не там, уже, давай вот как, когда ты, у тебя был первый заработок, не будем говорить сколько, просто когда первый заработок, что ты прям сказать, да ладно, вот это типа бабки, и куда ты их как бы потратила, отложила, вложила... Слушай, наверное... И на чем ты их, да, сделал? Давай так скажем. Я тебе могу честно сказать, у меня никогда не было такого, что я прям была жадная на деньги. Но и ты... вот этого ощущения, вот правда тебе скажу, вот этого ощущения, я даже сейчас, ну, типа, я зарабатываю, я могу зарабатывать больше, чем я сейчас зарабатываю. Но я там делаю меньше рекламы, я могу вообще прям, ну, нормально штамповать. Но для меня это, ну, не знаю, почему-то не было каким-то. Вот сколько, допустим, мне там на что-то надо, я это заработала. Все, у меня там следующая цель, мне на что-то надо, потому что мне всегда кажется, что чем больше у тебя чего, тем больше у тебя забирается в другом, потому что есть закон равновесия, если где-то ты хапанешь, то где-то может убыть, и я не хочу, чтобы было там, где мне не надо. То есть если тебе предлагают много денег, говорят, давайте немножечко поменьше, чтобы у меня... Нет, мне иногда предлагают какие-то большие проекты, но, допустим, я понимаю, что вот можно как-то и без них. Ну, то есть ничего не случится, если их не будет. Хотя кто-то мне говорит, особенно мои друзья, что я вообще идиотка и давным-давно уже могла бы зарабатывать гораздо больше. Но не знаю почему, так меня просто, ну не знаю, приучили. Вот мне надо, я там попросила, мой мир меня спасет, он мне поможет, и у меня как-то это само все появлялось. Но это после, наверное, Тая у меня такая штука появилась. Да, я тоже смотрел, что ты жила там пару месяцев, да, 3 месяца, да, даже, по-моему, ну, почти 3, да. Два чуть больше. Там поменяла, в общем, на многое, наверное, да, свое отношение к миру. Ну да, но и на самом деле это такой момент, люди, наверное, к этому должны сами прийти, если они от кого-то это услышат, они подумают скорее, что ну да, это тебе там легко говорить. Ты там молчала, да? Это был монастырь, храм, да? Молчала я при поселении, а после как бы ты мог уже не хранить обет молчания, ты мог общаться, но там в основном там не было, там был один только русский парень, и он особо неразговорчивый. Потому что не с кем разговаривать. Ну, потому что, да, в основном все были иностранцы, то есть там были немцы, там были французы и местные жители, но вот так особо поговорить не с кем. А сколько ты не, вот, времени не произносила, скажем так, ни одного слова? 10 дней. 10 дней? Блин, какие мысли? Мне вот так это интересно. То есть это как там, не знаю, так же, как и с бросанием там курить, например. Это не передать. Друзья, я не бросайте могу... курить, если курите. Ну, не знаю, это не... Вот попробуй день помолчать. Вот. Вот чисто попробуй выключить телефон, не знаю, там, останься один в комнате, попробуй даже не думать. Ну, типа вот... попробуй хотя бы это сделать. У тебя, скорее всего, это не получится, но ты просто попробуй. И, ну, это невозможно. Я не могу это передать словами. Ну, типа, никак. Это невозможно передать. Ты можешь это чувствовать просто. Тогда вопрос. Мысли, которые приходят, они вот не могут прийти, грубо говоря, как вот такие же мысли, когда ты едешь, там, не знаю, там, в метро или там за рулем автомобиля. То есть это качество мыслей, какая-то глубина.
Она повышается как раз от этого? Она повышается, потому что ты не отвлечен на какие-то обычные, то есть ты фактически находишься с собой наедине, потому что у тебя не отвлекают никакие посредственные мысли, тебя не отвлекают мнения. Мы же очень часто думаем о том, о чем, там, типа, как люди о нас подумают, что скажет мама, что скажет там братья, что скажут друзья. Мы не думаем фактически своими мозгами, мы очень часто думаем почему-то мозгами других людей, хотя это вообще нас не должно. А при том, что есть такая хорошая поговорка, что не думайте о том, что не думайте о том, что о вас подумают люди, потому что люди о вас не думают. Да, ну, да, как чаще как раз бывает, потому что мы иногда очень часто друг друга, ну, не знаю, там, вернее, засоряем свои мозги с теми мыслями, которые абсолютно не нужны на самом деле. Вот, и это помогает, но мне это очень сильно помогло. А это вот рисуй, что знаю. Слушай, вот ты обманщица, говорит, плохо рисуй. Не показывай пока еще. Ладно, хорошо. Это. Но это все же опыт, грубо говоря, на один раз? Или вот ты хотела бы его еще, например, повторить там через какое-то определенное время сейчас? Слушай, мне кажется... Или мне... вот разочек достаточно? Я много раз слышал, извини, что снова перебиваю. Нет, все нормально. Да, много раз слышал об этом, тоже общался с людьми. И, конечно, для меня это какая-то прям, не знаю, потусторонняя, скажем так, история, потому что я не представляю, как это возможно. Мы никогда не можем повторить. Я, наверное, сейчас звучу как какой-то буддийский монах, ну, в те фразы, которые... Просто я не могу сказать по-другому, я не могу сказать иначе, потому что я уже получила этот опыт и эти знания. Как бы это сейчас высокопарно ни звучало, но мы не можем повторить ни наши ощущения, ни наши знания. Знаешь, иногда очень часто, вот и ты меня поймешь, вот когда ты с человеком расстаешься, тебе кажется, что ты его любишь, и потом вы встречаетесь, там у вас что-то происходит, и ты понимаешь, что это не вообще, то... Да. Вообще, и вот это чувство, ты на самом деле никогда ты не испытаешь то чувство, которое ты уже однажды испытал. Невозможно это, ты уже другой, каждый день ты другой. Ты просыпаешься, все, ты уже другой, потому что на тебя повлияли другие, ну, там, люди какие-то, какие-то фразы, какой-то фильм, какой-то сериал. Может быть, это слишком заумно звучит, но, к сожалению, это так. Ну, по крайней мере, мое мировоззрение дает мне право так говорить. Ну, давай скажем, хотела ли ты еще раз съездить вот так же в Таиланд, в этот монастырь, ой, в храм, в другой храм. И вот это аскеза же, да, по-моему, называется? Или нет? Не совсем. Нет, аскеза это чуть другое. В общем, да, нет. Хотела бы или нет. Ты знаешь, я не могу сейчас ответить на этот вопрос. Честно тебе скажу, чтобы не врать, потому что как бы внутренне я бы хотела, но я не знаю, готова ли я сейчас к этому. Ну, потому что давай будем честными, я даже выходной себе сделать не могу. Не могу фактически, потому что я сейчас, вот чтобы ты понимал, я пропадаю, допустим, я хочу себе сделать выходной, я не снимаю истории, потому что я хочу просто, ну, там, не знаю, даже мой выходной — это какие-то съемки, где я физически не могу, допустим, какие-то мероприятия, какие-то съемки, где я физически не могу постоянно снимать. Я пропадаю, и, ну, там, мои фанаты пишут люди, всем, люди, на кого я подписана, где Карина, где она, что с ней, она жива, все хорошо. Ну, то есть, поэтому я не могу сейчас сказать, что я куда-то могу деться. Не могу я никуда сейчас деться, потому что у меня совсем другая жизнь. Я живу сейчас немножко не своей жизнью, а живу жизнью и, ну, там, не знаю, я живу своими подписчиками. Это, ну, для кого-то это страшно, для меня это кайф, и я этим, не знаю, я этим живу, я это люблю, и это мое. От возвышенных тем немножко спустимся на землю. Вопрос, который не дозадал. Сегодня у тебя заработок в основном Инстаграм, ТикТок. Да, ТикТок я не делаю рекламу. То есть только Инстаграм, да? Не продаю, да, пока. А планируешь, то есть... Потому что сейчас много, опять-таки, тиктокеров приходят, ребят, молодых, девчонок, ребят, которые говорят, что... Все поменялось, теперь огромные бабки в ТикТоке. Ну, там достаточно большие деньги, но вот, допустим, опять же говорю, я вот... В ТикТоке есть определенная манера поведения и определенная манера рекламы. Вот, допустим, в Инстаграме я могу через юмор, не напрягая людей, делать рекламу. То есть иногда у меня рекламные ролики набирают там по 5 миллионов просмотров, много сохранений, их пересылают. То есть они воспринимаются не только как реклама, но и как контент реально крутой. Ну, допустим, вот как ребята делают очень круто, тоже не воспринимается как реклама. Что было дальше? Вот у них же каждый ролик. Я также стараюсь, чтобы реклама людей не напрягала. А в ТикТоке достаточно сложно сделать такую рекламу, чтобы это было незаметно, что это реклама. И у меня всегда происходит вот этот вот дизморал внутренний, когда я не очень хочу. И как бы, наверное, нету такой суммы, за которую бы я хотела вот прям рекламить ТикТок. Ну, пока не случилось этого. Хотя предлагали большие компании, но
я не хочу плясать, ну, типа, вот, типа, меня это немножко, у меня свое определенное видение ТикТока, то есть я делаю все-таки скетчи, я там шучу над ТикТоком в какой-то мере, над челленджами, то есть я немножко с другой вообще, ну, колокольни смотрю на ТикТок, я не делаю танцульки, только если у ребят их на аккаунте, когда они просят, там, липсинги, все вот эти дела, потому что я считаю все-таки, я взрослый человек достаточно, я, конечно, могу придуриваться, но не настолько. Пару слов теперь у нас, три вопроса у нас. Немного про личную жизнь. В этом эфире мы не будем говорить ни про отношения с Давой. Ты говорила о том, что твои серьезные первые отношения, твой молодой человек ревновал тебя вот как артистку, да, как человека, на которого смотрят тысячи восхищенных мужских глаз. И, в общем-то, это было одной из причин вашего расставания. Сегодня ты сама вот какая в отношениях, да, вот так скажем. Это, понятно, очень общий вопрос. Давай вот касательно ревности. Я ревнивая. Ревнивая. Что тебя может заставить ревновать? Меня, наверное, я не ревнивая в плане, я не ревную к женщинам, наверное. Я ревную к свободному времени. Я могу приревновать к другу. Я могу приревновать, то есть у меня и так мало свободного времени. Это вот все мое свободное время, оно должно быть посвящено, ну, типа, вот мне и ему. Все. Ваше, ну, то есть, твое время. Мое время наше время. Да. То есть, как бы, это вот, наверное, единственная ревность, потому что, наверное, ревность в плане к женщинам у меня. Ну, у меня, кстати, никогда не было такой прям ярко выраженной ревности к женщинам, потому что, не знаю, может. А тебе изменяли? Было такое, что ты ловила? Слушай, ну я не ловила. Не ловил, но нет, подозрение. Было как... один раз. Вот. Но там были не совсем отношения. Ну, понятно. Поэтому, да, то есть, в принципе, это для тебя было как бы фу, окей, ну, да? Ну, не фу, для меня это было предательство в любом случае, потому что у нас просто не было отношений, фактически, точнее, было сказано, что как бы мы вроде как в отношениях. Да, но ничего не было между нами, но вот потом я узнаю, что там у него было, у меня не было. То есть я в это время думала, что у нас отношения, вот. Но так как ничего не было до этого, поэтому меня это не очень сильно как бы задело. Просто... А что никогда не сможешь, скажем так, простить и вот... Предательство. То есть здесь вот именно даже не физическое, да, ты как говоришь, а скорее какое-то такое ментальное, то есть... Если, знаешь, вот, если человек мне будет сидеть и врать в лицо, наверное, я думала, что я могу такое простить, вот когда, знаешь, вот врут в лицо, неважно, как женщине, как человеку, как другу. У меня было две ситуации, когда я простила подругу за вранье. Собственно, вот как бы с тех пор у меня такое очень отношение к женской дружбе, вот, и простила вот как, ну, типа, молодого человека за вот тоже предательство, за вот вранье в лицо, и дала возможность второго шанса. Это не, ну, типа, это не работает, к сожалению. Ну, вот как ты не хочешь, но человек не меняется. Человек меняется, если у него происходит какое-то жизненное потрясение. Я не знаю, там, тут-тут-фу, не дай бог, конечно, но какая-то такая ситуация, которая меняет его жизнь кардинально. Вот тогда он меняется. А если ты ему такой, ай-яй-яй, нельзя, и он такой, да-да-да, конечно, больше не буду, да. И, типа, он видит, он понимает, что ты можешь себе позволить его простить. Соответственно, что ему мешает сделать это повторно? Ну, как бы, я не знаю, типа, может быть, это и работает с кем-то, но я на своем опыте, потому что вот это женское вот это вот, о, со мной будет другой, со мной такого не повторит, да, все это, ну, такое, типа. Это как этот угар, типа, как объяснить своей нынешней жене, что ты никогда не уйдешь к другой, когда ты уже к ней ушел от другой, типа. Да-да-да. Ну, мне кажется, это просто как вот есть определенный там тоже ментальный, скажем так, характер и... Ничего, то есть ты можешь изменить отношение, грубо говоря, к ситуации, но внутри тебя там, то есть ты будешь себя делать вид, что ты не ревнуешь, а внутри ты все равно будешь ревновать. Конечно, ты ревнивый, же будешь чувствовать это. Невозможно, то есть ты, в принципе, в этом тоже там согласна. Абсолютно. Пару слов тогда давай о внешности. Блондины, брюнеты, накачанные, высокие, худенькие, маленькие. Я тут для себя вообще открыла, на самом деле, что... Внешность, вот мне всегда казалось, у меня было в детстве, короче, я очень любила мультик, ну не мультик, фильм, Ван Хельсинг. Там про был вампира, такой, да, там был вот этот вот оборотень, когда он превращался в черного, большого такого. В общем, короче, все в детстве девочки мечтали, принцесса, чтобы их там принц утащил. Вот я мечтала, что меня вот такая фигня утащила, черная, большая, мужественная. Короче, у меня вещи уже с детства были.
Вот, ну, чтобы, типа, такой большой, защищал, там, вот я любила вампира, вот эта вся такая потусторонняя штука, вот, и, как правило, никогда, ну, то есть, не совпадало это вот с моим пониманием и выбором в жизни, да, то есть, у нас есть какие-то представления, но, как правило, вот, когда ты находишь своего человека и вообще, там, не знаю, тебе кто-то нравится, вот у меня ни разу не было такого, что человек совпадал с внешним там вот представлением того, как мне мог нравиться. Я встречалась один раз с мальчиком, он был безумно красивый, меня так это бесило. Потому что, ну, понимаешь, как бы ты идешь с мальчиком, да, а он настолько красивый, что на него оборачиваются и мужики, и женщины, понимаешь? И ты такая думаешь... Блин, ну, такое себе, да? Ну, как бы там, мы как бы так, это просто были повстречалки, ничего серьезного, но я понимала, что как бы вот такое я точно не хочу. Ту мать. А Евгений Ершов, как у вас обстоят дела? Вы вместе, все хорошо? Сейчас нужно ее показывать по телевизору, подождите. Ну, я вообще не говорю об этом. Не говоришь об этом? Да. Ну, окей. Не хочется. Окей, окей, все. Тогда, значит, у нас... Следующий интерактив. Не поверишь, у нас есть три клипа. Я просто держу вот эту штуку. Да. Три клипа. Один из них был снят в год твоего рождения. Можно сказать, какой год рождения? Можно, без проблем. 83-й. Эй! 92-й. Шучу. Я чуть-чуть даже... А мы, знаешь, это у нас одинаковые шутки, мы постоянно так шутим над артистами. 92-й год. В общем, три клипа. Какой клип был снят в год твоего рождения? В общем, посмотрим, узнаешь или нет. Погнали. Давай. Вон там экран. Вон там. Да, я вижу. Да, я просто ее нашел. Ну что, кто у нас там? Уитни Хьюстон, Майкл Джексон и Ванила Айс. Слушай, вот второй, по-моему, чуть-чуть попозже был. Это Ванила Айс. Да, по-моему. Мне так. Если честно, я, к сожалению, не знаю. Вот прям. Это мы, прям вот. Мы не рассчитывали. Не на рассчитывали, то, что ты да, знаешь. Что я знаю. Наверняка просто как душа к чему лежит? Какая песня больше всего понравилась? Наверное, первая. Первую, да, которая? Да. И это правильный ответ! Уитни Хьюстон! 1992 год, и вы выигрываете автомобиль, как бы сказал сейчас Якубович, но мы, к сожалению... Авторучка. Не... Да, авторучка подарим тебе, кстати. Отлично. Так, ну что, у нас тут, я честно признаюсь, был некоторый блок, который мы пропускаем. Единственный вопрос, который хочу тебе задать, ходят слухи, что Дава избегает мероприятий, на которые посещаешь их ты. Как считаешь, так ли это, или это все слухи в интернете? Слушай, ну, на самом деле, я не могу ответить тебе на этот вопрос, потому что я не он. Ну, как бы это... Просто есть обстоятельства. А ощущения есть такие? Ну, конечно. Ну, типа, ну, очень странно просто происходит. То есть, как бы... Тут вот недавно я вела мероприятие, как бы он должен выступать. Может быть, конечно, там были другие причины. Возможно. Но не знаю. Ну, блин, на самом деле, я уже, вот, поверишь... Ну, сколько уже почти полтора года прошло, то есть я уже абсолютно спокойно ко всему этому отношусь. Опять же, говорю, вижу его интервью, то есть всегда, ну, я не вижу какой-то агрессии с его точки зрения, я тоже со своей стороны не агрессирую, то есть, поэтому я не понимаю, честно, эту историю. Ну, я думаю, может быть, просто Оле неприятно, я думаю, она не хочет, но я ее как женщину абсолютно понимаю, мне бы тоже, наверное, не хотелось, поэтому... Все хорошо. Пару слов по поводу того, вот в лето половин уже практически уже на исходе, к сожалению, последний месяц остался, даже полмесяца, черт возьми, как грустно об этом говорить. Какие планы на осень? Я так понимаю, что пандемия, в общем-то, тоже наверняка подкосила какие-то проекты, какие-то вот именно публичные большие выступления. Остаток солнечных дней, вот остаток этого августа, потом надеюсь, что теплый сентябрь и надеюсь, что теплый октябрь. Какие планы? Слушай, ну я очень хочу отдохнуть, потому что на самом деле очень тяжело в таком темпоритме жить, как я, потому что я почти вообще не отдыхаю. То есть у меня, дай бог, будет один выходной в неделю, но чтобы ты понимал, опять же, этот выходной, он не выходной. То есть это какие-то съемки, где... Или какие-то что-то доделать надо, да, что-то. Да,
да, что-то сделать, что-то делать. То есть, ну, даже мне элементарно там сходить на маникюр, там еще что-то, я стараюсь это сделать в один день, то есть там залетаю в салон, меня сразу в 10 рук, да, знаешь, там отодрали, тут приклеили, тут это, чтобы все быстрее было, потому что, ну, фактически нет на себя времени. Единственное, сейчас я для себя украла время для спорта, то есть прям вот я стабильно сейчас готовлюсь. Хочу все-таки полететь куда-нибудь, уже отдохнуть, ну, хоть на чуть-чуть. Вот. Именно вот прям лечь там нет, на пляж? Я лечу с друзьями-блогерами. Понятно, чтобы снимать как-то. Да. Там я тоже не отдохну. Это очень смешно. Спорт, тоже пару слов наверняка многим девчонкам сейчас интересно, по какой программе занимаешься, сушка, знаешь, это не толстилинг. Не толстилинг. Кардио в основном или физически? Нет, у меня просто есть такой тренер, который, я просто тебе скажу вот одну фразу, знаешь, с нашей тренировки, ты сразу поймешь. То есть я иду и говорю о том, что, Макс, у меня уже голова кружится. Он говорит, ну ты ж не падаешь, идешь. Все нормально, вот. Поэтому у меня такой тренер, что он мне не дает, слава богу, расслабляться. И мы прям очень активно занимаемся спортом. То есть я и быстро вот эти вот кроссфит, и силовые, и все. Ну, в принципе, мне достаточно, я люблю спорт, он мне достаточно легко дается, потому что я в прошлом боксер, и еще и мама тоже приложила руку, я и конным спортом занималась профессионально. И танцевала, да. Да, все, балет. Это, то есть, как бы, ну, это совсем в глубоком детстве было, я уже, слава богу, об этом не помню. Вот. И, ну, мне спорт дается с любовью, то есть я его очень люблю, и мне всегда нравится. То есть там физическая активность. То есть ты еще и врезать можешь, я же совсем забыл. Да, Стас Ярушин об этом знает. Ты же видел этот эфир? Не видел? Нет. Я была в «Ночном контакте» в гостях. Это я понял, программа. Да, у Стаса Ярушина, и там был момент, мы сидели, нужно было, короче, я отыгрывала типа вайн, он подошел сзади, и я должна была каждый раз выливать на него бокал с водой. И я не увидела, ну, точнее, он очень близко подошел ко мне сзади, и я стаканом ему разбила нос. Вот такой у нас был первый знакомство. Прям в эфире, то есть это в эфире, у него пошла кровища, и я вот с такими глазами, вся съемочная группа орала просто от смеха. Ну, то есть, как бы, вот такая, ну, мы тут дружим сейчас. Это круто. А, ну что ж, давай финальный вопросик, потому что сейчас мы уже перейдем к вопросам от наших зрителей. Вопрос от меня. А, творческая составляющая. Планируешь опять-таки что-то в ближайшее время, клипы записать совместно с кем-нибудь? В общем, что у тебя происходит в творчестве? Ну, вот сейчас должна была быть совместка, которой пока не могу ничего сказать, с Женей, вот, Верби. В принципе, я сейчас работаю над сольным материалом, который пока не могу ничего сказать, с Женей, вот, Верби. Тоже очень активно, и я хочу попробовать что-то новое. Вот мы сейчас с ребятами работаем, Джара Хан зовут, и мы сейчас делаем тоже очень прикольные продукты. Ждем, ждем тогда. Ну что же, как у тебя там обстоят дела? О, чума, только пока не показывай. Хорошо. Итак, три вопроса, напоминаю, лучший получит твой сегодняшний рисунок. Итак, собираешься ли ты в будущем сделать коллаборацию с иностранным исполнителем и как-то поработать над новым звучанием в своих композициях? А отвечать? Да. Время пошло. Так, слушай, ну, на самом деле, нужно стремиться к лучшему, к большему. Пока на Запад я не смотрела, потому что у нас здесь еще поле не пахнет. Как... у нас здесь много чего можно сделать, и поэтому я считаю, что, наверное, нужно сначала добиться каких-то определенных высот здесь, чтобы потом уже смотреть на Запад. Вот, мне кажется, так. Но все же это что-то, если бы артисты, то не с кем, а какое примерно направление? Там, не знаю, там классический рэп, там трэп, может быть, наоборот, что-то мелодичное, мне джаз. Очень нравится Cardi B. Ники Минаж, ну конечно, но я просто не могу себе позволить делать такую музыку, потому что, к сожалению, не хочется материться, но вот выпендривание женщин в рэпе, да, в России не воспринимают. Ну, то есть относятся как немножко такое, ну, дурочка, ну, типа не понимают немножко этого сейчас. Может быть, что-то поменяется, и можно будет что-то интересное сделать, потому что, ну, по крайней мере, вот я не вижу таких ярких представительниц, которые вот так бы могли круто сделать, чтобы вот прям ярко было. Сегодня, кстати, напоролся на
новость о том, что Cardi B сфотографировал какой-то, значит, человек, фанат, поклонник или просто парень, идущий по улице. Она там в максимально вообще таком, скажем, расслабленном, вот таком вот, значит, типа положении, выложил куда-то в Твиттер или в Инстаграм, так она, короче, сказала, что найдет его, накажет, и она даже знает уже, где живут ее родители. Представляешь, какие опасные женщины там живут в этих Соединенных Штатах Америки. Так, вопрос номер два. Легко досталась популярность и прошла через какие-то сложности? Легко ли, здесь пропущено видно, легко ли досталась популярность или прошла через какие-то сложности? Ну, на самом деле, мне кажется, никакая популярность не дается легко, потому что если она действительно настоящая, если она долгосрочная, я считаю, что я уже достаточно долго на этом поприще. Не так долго, как хотелось бы, наверное, нужно было бы раньше начать, но вот по жизненным обстоятельствам, как раз по тем самым трудностям, пришла к этому вот только сейчас. Трудности в любом случае были. У меня просто были трудности, наверное, семейного характера. То есть у меня мама всегда была против, ну, всего, да, вообще, тоже. Да. И я могу сказать ей огромное спасибо за это, потому что, наверное, если бы она не была против, я бы не шла. Вот. Кстати, я очень много общаюсь со знаменитыми, с какими-то талантливыми людьми, которые вырвались куда-то. Как правило, были очень большие проблемы и конфликты с родителями. Именно в плане родителей были против. И, наверное, с одной стороны, это, наверное, хорошо сказалось. То есть у меня были вот такие семейные сложности. Ну и финансовые, конечно, я из обычной семьи, то есть все сама. И сейчас там маме стараюсь помогать. Но сейчас она не против, конечно, потому что я ее содержу. Ну ладно, там снимай свои эти вайны. Да-да-да, ну приблизительно так. Вопрос номер три. Кем ты видишь себя через небольшое время? Блин, ну, ты знаешь, я в последнее время, вообще можно такое говорить, сейчас начнут всякое вот это писать сразу. Я просто тут недавно с Идой Галич разговаривала. Вот. Кстати, по-моему, она главный, этот самый топовый блогер, да, по-моему, кто больше зарабатывает, если не ошибаюсь. Не, Ивлеева. Ивлеева больше. Больше, да, 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 больше, да, больше. Ну, как блогер. Ага. Вот. Но они, по-моему, там рядом. Ну, то есть, как бы они подруги, в принципе, это они вместе начинали, по-моему. Вот. Ну, не суть. В общем, суть в том, что я с ней разговаривала, она мне рассказывала про малышку. И что-то я, короче... Ребеночкина, да? Ну да, ну то есть, не знаю, просто я всегда, у меня какие-то бешеные мысли приходят в голову, они не всегда доходят до, как бы, местного назначения. Как бы это странно не звучало. Но мне вот, не знаю почему, мне кажется, наверное, может, ну вдруг... Там что-то там случится такое вот. Ну так, мальчик, девочка, блин, что ты меня вогнал в краску? Мне, конечно, мальчика. Я считаю, что я девочке ничего хорошего научить не смогу. То есть, а еще одну пацанку в семье, мне кажется, это будет очень. Слушай, ну это очень круто, круто. Дети, это очень классно. Ну что же, в общем-то, три вопроса позади. Осталось только вынести вердикт. Итак, освежу память. Собираешься ли ты в будущем сделать коллаборацию с иностранным артистом? Легко ли досталась тебе популярность? Через какие сложности прошла? И кем ты видишь себя через небольшое время? Ну вот, наверное, третий вопрос. Третий, я таких еще, что... да, не, как сказать, не... Ну, обычно как, кем ты видишь тебя через 5 лет, а вот не через большое время, какая-то в этом есть изюминка и, ну, такая с подвохом штучка, поэтому вот... Класс! Кажется, ну что, да, же, дорогой друг или подруга, поздравляем тебя, или тебя. Ты побеждаешь и получаешь вот такой, да, очаровательный рисунок. Блин, как это круто! Это такой хомяк. Это Молли! Это моя кошка. Хомяк. Ты видишь здесь, смотри, вот видишь коготки. Да, я понял. То есть, если что, лицо может быть поцарапано. Да, типа язычок, зубки. Язычок. Она игривая. Милая, игривая кошка, которая может причинить боль. Смотри, похоже? Если что. Похоже. Очень круто. Слушай, ну... Ну вот минимализм четкий, и я тебе скажу, что это один из самых крутых рисунков, которые нам рисовали. Это спасибо вот я большое, очень приятно. Не вру, первый раз за эфир. Можно нам еще подать, пожалуйста, наш секретный лот? Давай я возьму, сейчас у нас люди заберут нашу картинку. У нас, в общем, есть еще одна такая небольшая традиция, финальные вопросы. Многие думают, что у нас там, знаешь, когда это предложение делают, девчонки, там бабочки оттуда вылетают, колечко, здесь все проще. Здесь у нас бумажки с написанными вопросами, как мы тоже постоянно шутим, это те вопросы, которые мы не осмеливаемся озвучить, поэтому мы делаем вид, что их кто-то написал, порезал и засунул сюда. На самом деле там ничего, конечно же, сложного нету. Такие с подвохом. Ну, такие, знаешь, там они вот красные, самые опасные обычно бывают, поэтому молодец, что вытащила его. Спасибо. А ты мог это раньше сказать? Нет, ты так быстро вошла в игру. Так, ты когда-нибудь регистрировалась в приложении для знакомств? Да,
регистрировалась. Ну, давай пропиарим платформу. А можно, да, назвать? Я думаю, почему нет, конечно. На Баду я регистрировалась. Ну, там, конечно, вообще карамба. Ну, то есть, не, ну как, я там познакомилась. На удивление, я там познакомилась с одним очень симпатичным парнем. Он прям красавчик, очень пользуется до сих пор популярностью, но он постоянно один. Ну, то есть я до сих пор, сколько лет уже прошло, сколько лет я его знаю, мы как бы дружим, общаемся, но он так и не... Я говорю, ты все там же? Он говорит, я все там же. То есть там на Баду сидит? Ну, я думаю, он там не особо для этого знакомится. То есть мы на поприще познакомились, я его просто пригласила на съемку, я просто его там увидела, заобщалась, как бы он вроде как со мной познакомился, там, мило пообщаться, как с девочкой, а я другой целью. Наоборот, как раз он затащит его поснимать. Да, и поэтому вот, ну, мы так до сих пор общаемся, но он говорит там... Ты знаешь, слушай, я сейчас задумался, ты знаешь, как этот девчонка говорит, вот, там тебе от меня нужен только секс, там и прочее, а тебе, наверное, парнем он говорит, все, тебе от меня нужны только эти съемки, чтобы я был в кадре. Кстати, вот тоже интересно, вот сегодня, грубо говоря, опять-таки, если там твое сердце свободно, ты свободна, возможно ли каким-то образом опять с тобой познакомиться, например, в соцсети, и вот именно там, не знаю, куда-то сходить, познакомиться, там, выйти? Или у тебя все равно все же уже как бы произошло, скажем так, такое, ну, у популярных людей так обычно бывает, что это только круг как бы твоих друзей, знакомых и их там друзья знакомые. То есть, грубо говоря, извне, там, написав тебе в Инстаграме, как бы не достучишься. Нет, на самом деле, я могу сказать, не знаю, может быть, это не только у меня так, может быть, просто кто-то об этом не говорит, но у меня очень часто бывает, что я сижу там, открываю директ и с кем-то переписываюсь, да, допустим, я могу там, ну, опять же говорю, даже была ситуация, мне написал парень, у него, правда, было там, ну, 30 тысяч подписчиков, по таким меркам это не так много, он мне написал, очень хочу, у меня там есть мечта, очень хочу снять с тобой ролик. Я ему ответила, он приехал в Москву, снял со мной ролик, уехал, сейчас привернулся, они сейчас тут, мы там вместе тусим, снимаем, то есть не обязательно как бы вот, ну, к нам часто в круг общения, когда мы снимаем истории, ребята привозят своих друзей, не блогеров, просто они вот им интересно поснимать истории, то есть, ну, как-то вот взаимодействовать. То есть, не знаю, мне кажется, у блогеров это как-то попроще. То есть не обязательно какие-то крутые там артисты, знаменитости. Наверное, в отношение к себе я не подпущу, да. Ну, потому что тут уже есть такой момент, ты не знаешь, кто это, кто да. и что он хочет. Да, ну, то есть это, наверное, такой прочее, момент. Там миллионы, конечно, тоже может быть. Ну, типа непонятно, что ему нужно, ты никогда не сможешь понять искренность. Это проверяется временем и как бы, ну, очень много. А времени, как известно, очень мало сейчас. Да. Так, ну что, осмелишься еще на один? Да, давай. Давай, Кать. А это тебе? Это давай мне, чтобы не повторялись. Ты сказал, красный не брать? Не, красный уже взяли, давай теперь зеленую и желтую, наверное. Так. Зелененькая. Так, сколько максимум денег, которые ты тратила в день и на что? Так. Я тратила, наверное, самую большую сумму в день, даже не в день, а в час, на лошадь маме. У мамы очень сильно... Короче, она позвонила мне ночью, у нее у лошади начались колики, и нужна была очень большая сумма денег, чтобы ее срочно госпитализировать, если мне перестанут звонить. Мы договорим. Именно, ну, то есть там был просто вопрос такой. Она в тот момент, я еще не так, ну, много могла себе позволить давать денег ей. Ну, потому что, типа, у меня не было большого количества денег, но у меня были какие-то отложенные деньги для вклада обратно, там, Инстаграм. То есть я вкладываю рекламу. Понятно, который, в общем, ну, который в обиход системе, обратно, да. Так. И нужно было срочно, как бы, принять решение. И мы спасли лошадь, она сейчас, слава богу, жива-здорова, но нужна была очень большая сумма, и прямо вот здесь сейчас еще мне друг помог, как раз вот Женя. Больше миллиона, я так понимаю. Ну, нет, поменьше, но типа для меня тогда это были большие деньги, тем более вот так вот сейчас вот прям в одну секунду нужно было, потому что ее привезли, и, ну, то есть, типа, это ночью случилось, нужно было срочно взять эти деньги, там, снять, перевести, отвезти, и вот это, наверное, самая большая сумма, которая вот... Блин, на какое благое дело. Ты знаешь, иногда хочется, чтобы таких дел не происходило. Да, я согласен. Ну, хорошо, что все хорошо. Да. Так. Как ты относишься к людям, к нетрадиционной ориентации? Я так понимаю, сексуальной ориентации. Видимо. Ты знаешь, я, наверное, буду абсолютно честна, абсолютно вот могут меня там сейчас, там, не знаю, там, обидеться кто-то, там, еще что-то, но я хочу сказать абсолютно честно. Я очень часто над этим шутила, то есть я там относилась к этому как-то так, но совсем недавно я познакомилась с парнем, он нетрадиционной сексуальной ориентации, и он потрясающий человек. Ну, то есть... Наверное, я вот прям таких мужиков очень редко встречаю. Он прям мужик внутренний, и неважно,
достаточно, ну, то есть меня как бы сначала ты как-то осторожно к этому, да, то есть ты там чувствуешь себя как-то странно, да, то есть, а в, ну, как бы в нашей сфере это, в принципе, нормально часто общаться с такими людьми, я как бы старалась так держаться, ну, типа, на расстоянии. Но после того, как я с ним познакомилась, я с ним близко пообщалась, я с ним провела очень много времени вместе. Ну, он потрясающий чувак, реально. И он настолько по-мужски вел себя вот в таких обстоятельствах, когда мы с ним находились рядом, что вообще плевать, какая у него там ориентация, с кем он там чем занимается. Я, наверное, просто против какой-то агитации, да, вот за это. То есть я считаю, что просто каждый может выбирать, кого ему любить. И плюс ко всему, я недавно еще пересмотрела «Игру престолов». Вот, и я что-то под всей этой волной, вот эта последняя сцена, где погибли вот эти, я поняла, что... Я не досмотрела, еще не рассказывай. Да, ну, в общем, короче, и суть, что как бы я понимаю, что вообще все равно, то, что происходит у тебя дома, то, что происходит, если ты потрясающий, там, не знаю, актер, если ты потрясающий художник, если ты, не знаю, потрясающий певец, там, не знаю, там еще куча всяких профессий, которые, не знаю, там, могут быть, да вообще любые профессии. Кстати, он мне сказал, что иногда это как раз те, о которых даже не подозреваешь. Вот, и девушки, и мужчины. Поэтому я считаю, что если это дело, личное дело каждого. Главное, как бы вот не навязывать это никому. Класс. Ну что ж, спасибо тебе огромное. Времечко нашего эфира потихонечку подходит к концу. Сейчас у нас, можно сказать, камера гласности. Можешь, глядя вот в эту камеру, передать привет и, не знаю, всех расцеловать, прорекламировать, может быть, что-нибудь. Ну, хватит рекламы. Мне кажется, все уже от нее устали. Я бы на самом деле хотела бы сказать, еще раз вернуться к вопросу о том, что любите людей. Мы все индивидуальны, мы все очень крутые. И пусть это будет очень слащаво, но очень не хватает любви вокруг. И близким, и родным, и даже незнакомым людям. Поэтому старайтесь дарить тепло друг другу. Класс. Ну что же, спасибо тебе огромное, было очень приятно с тобой пообщаться. В общем, чтобы у тебя всегда горели глаза, чтобы музыка была только самой топовой, вайны, самые смешные, да, и все площадки, в общем-то, покорились тебе. Надеемся, что еще увидимся. В общем, друзья, что же, до следующего четверга. Всем пока-пока.